Всем доброе утро, мои любимые и родные полупокеры. Сегодня 31 декабря, час дня. На улице светит нереальное солнце. Снега нет, него нету, но холодно. Господи, сегодня Новый год. Какой Новый год? Мне бы дожить вообще, мне бы пережить сегодняшний день. Мои дорогие друзья, сегодня Новый год. Дорогие мои, Новый год! Сегодня я праздную в ресторане с друзьями, оставшимися став в моей жизни, которые крысами не оказались. Праздную Новый год! Хочешь видеть полный раздел, который не входит в видео, потому что меня за это могут заблокировать? Заходи в мой бесплатный телеграм-канал и наслаждайся. Все вырезки, заблюренные штуки там. Спасибо. Ссылочки в описании. Или по QR-кодику. Губы сделала, вообще выгляжу топ. Вот. Сегодня мы должны поставить, ну, перед Новым годом свечку за здравие бывшего моей подруги. Потому что у него смертельная болезнь. Чтобы она отстала от нее наконец-таки. Ну, типа, за здравие ставят, чтобы человек отстал. И вылечился, конечно. Отстань и вылечись. Без тебя проблем дохуя. Как-то так. Пойдем в ресторан с моими друзьями, с мамой моей подруги, которая уже считает меня как за вторую дочь. А я ее как за вторую мать. Почти всем подарки купила. Прикиньте, своему парню, блядь, купила подарок 3 недели назад, а он не пришел. Обойдется, блядь. Да ему вообще ничего не купила. Пошел на. На. Вот так. Не знаю, я уже ела сегодня в 9 утра, но все равно проспала до часу дня. На улице прекрасная погода. Я думала, честно говоря, что мы с моей подругой, мне, кстати, жратву принесли. Пойдем в церковь сегодня ставить свечку за, ну, за здравие бывшего. Но сегодня, блядь, все покупают подарки, кто не успел. Естественно, логично, да, что не успел никто. Потому что всем пофиг на этот Новый год. Потому что 22-й год это вообще был полный разъебикс. Мне принесли хавать. Вот поэтому заход в церковь переносится на посленовогоднее время, праздники. Короче, я вам сейчас пока расскажу, что я люблю есть на завтрак. Я уже 10 утра ела и сейчас еще поем. Короче, тут есть в Грузии Данкин Донат. Это Данкин Донат, это там пончики. Они, кстати, неплохие, реально. Но мои самые любимые пончики, извините, у меня сзади разъеб, сушилки нету, вещи везде висят. Но самый разъеб пончиковый, это пончики из Дикси за 12 рублей в России. Не знаю, прям нравилось мне. Никакие вот эти кристи, крипцы, красти, крип, вот эти вот пончики, крипси, крили, как они называются, короче, плохо. Очень вкусно вот эти вот, Данкин Дон. Поэтому, во-первых, мы сегодня будем с вами вместе собираться, вот, и пойдем в ресторан. Поэтому у нас сегодня много домашнего будет, потому что я сегодня никуда не выйду, блядь. Мне нужно подарок подруге купить, но я его закажу. Шла она. Значит, фьюсти вот такой вот у меня на завтрак. Далее. Естественно, у меня на завтрак сосиска. Но не сосиска моего мужа, а хот-дог куриный. Потому что я не ем там мясо другое. И несколько пончиков. Выглядит так, как будто кто-то в пакет наложил, но... Это пончик с нателлой один, а второй пончик с ММДМом. Еще я вам покажу, что я купила подарки своим друзьям. Блять, вообще трэш. Моему парню не пришел подарок, я так хотела подарить его в Новый год. Как говорится, хорошо яичко к Пасхе. Хорошо яичко к Христову дню. Поэтому я очень расстроена, что его подарок не успел дойти. Ну ладно, в принципе, да. Если парня не будет у меня вдруг резко, я подарок его продам. И деньги выручу. Самые пиздатые вот эти пончики и вся вот эта еда свежая. Типа, прикиньте, только испекли, и я уже ем. Вообще топ. Но иногда бывает, как бы обманывают, и я заказываю, а там, извините меня, пончик, ну, поживший слегка. Невкусный, не свежий. Так что будем сейчас кушать. Поскольку я к вам хорошо отношусь, я для вас сделаю анбоксинг анпакинг. Давайте всего попробуем. Первый у нас пончик на очереди. Стоит на все вообще копейки 3 лари. 3 лари, 1, 20, 40, 50, 60, 70 рублей. Вот такой вот вкусный пончик, посмотрите меня. Господи, как мне все надоело, это жизнь, господи, реально. Мы сейчас с моим парнем разговаривали, он такой, я хочу вскрыться. Я говорю, господи, боже мой, я тоже. Короче, тут пончик, вообще прикол в том, что внутри есть какая-то начинка, да, такая белая, как смегма. Но, блядь, все падает. Но шоколадка, все вкусное, давайте пробовать.
Да, свежий, хороший. Это бы иногда бывает, блядь, такой пончик положишь, что вообще голову прям нет, как кирпич. Вот там вот начинка. Пончик вообще сладенькая, вкусненькая булочка. Шоколадик. Блин, вообще, кто придумал скрещивать булку в шоколад? Кто самый умный? От булки толстеешь, от шоколада толстеешь. Я и так стараюсь есть либо одну, либо другую. Ну, блядь, такие булки вообще топ. Второй пончик. У них, кстати, есть тоже беспонтовые пончики. Беспонтовые, это которые, знаете, с обсыпкой, но внутри ничего нет. Толк у меня такой, сахар есть. Че, я могу тогда сахарные вот эти вот шарики поесть, кубики. Просто чисто сахар. Вот это вообще, это Нутелла, друзья мои. Это Нутелла. Там везде шоколад. Нутелла вообще превзошла себя. Интересно, Нутелла знает, что она не только Версачи изобрела, а еще и Данкин Дон. Нутелла просто топ для Нутелла. Это мои любимые два пончика. Я их ну очень люблю. Господи, этот год самый дебильный. И я дебилка тоже. Ну раз год дебильный, то я дебилка. Я еще выражу как бомжиха. Прикиньте, я заболела 4 или 5 дней назад. Я из дома только вчера вышла. Я пропотела вся насквозь. Штаны у меня пропотели за 30 минут поездки в такси. И я высохла потом полностью. Так что сейчас отличная погода, а я, как всегда, раздуплюсь к вечеру. Да мне и нахер, извините меня, выходить на улицу. Лишний раз, блин. Одеваться, краситься. Че, тратить косметику, да? А вот это хот-дог. Хот-дог, все булочное, да, как бы, девочки, ну нам до 12 можно есть вот по такую еду. Но сейчас уже 3 часа дня, но мы только встали, значит, считается до 12 дня. Хороший хот-дог с булочкой, с куриной сосисочкой, там, с этой... с мэгмой, все вкусно с этим, с горчичкой. Мягкая, вкусная булочка, тающая во рту. Реально хороший хот-дог. Хороший хот-дог. Хот-дог просто топ. Сосиска топ. Горчицу я люблю, кетчуп тоже. Не хватает, знаете, если только сырика. Знаете, оно все, это знаете, такой фастфуд, что типа, ну оно стоит копейки, так что просить еще и сыр сверху, наглость. Слышите, как будто странно, как будто нассал кто-то в банку. Эх, знали, кому везут. Хотя, если бы знали, вообще отравили бы. Вот так. Сейчас буду есть. Трэш вообще. Купила подарки, покажу попозже для своих. Всем купила, кроме своему парню. Для него еще едет. Ну ничего, блин, будет губу закатывать. На самом деле, я ему ничего не купила. Пошел он к чертовой матери. Потом скажу просто, что его подарок где-то застрял в Китае. Извини, твой подарок заразили коронавирусом, поэтому его решили утилизовать. Ладно, встретимся попозже. В общем, если вы заметили, то я вообще еще не мылась, ничего, блин, только встала, поела, и как у меня было лицо, так и осталось с волосами. Знаете, что я делаю? В Грузии вообще жесть, мы вчера были в магазинах, вообще уже ничего нету. На упаковке с подарками люди стоят, там им упаковывают подарки. Думаю, господи, ёб твою мать, да с чем вам упаковывать подарки? Что, сами криворукие? Поэтому у меня дома, мне пришли посылки из Москвы, мои вещи оставшиеся, все почти. Я переехала же в Грузию, да, это мой такой перевалочный пункт, остановка Дятловых. Вот, перевал Дятлова. Поэтому мне нужен наполнитель. Мне приехало много всего для творчества, и я поняла, что я могу сделать наполнитель сама. У меня есть разные листы, вот, блядь, я сейчас мужу. И для подарков вот эту вот херню режу. У меня руки, если честно, уже забились, задолбались. Господи, чертовы праздники. Я не понимаю вообще, что это вообще такое, а? Только, блин, нагнетайте обстановку. Мы сегодня забронировали ресторан. Что, слушайте, для того, чтобы как-то праздновать Новый год, пришлось, я не знаю, нехило изъебнуться. А знаете почему? Потому что в общем-то, хотят везде навариться. На Русаках, короче. В один ресторан заходишь, там депозит. Ну ладно, депозит-то везде, наверное, есть, да, как бы. Но, наверное, для своих нету депозитов. Для своих, да, как бы. Слава Украине, героям слава. Слава, а для украинцев, извините, скидки есть?
Что-то не думаю. Вот, короче, хотели сначала праздновать, домик снять в горах, там вся херня. Но что вы думаете? Никому это нахер не надо. Начали искать дома за полторы недели до Нового года. Уже все было забронировано, типа, никто, всем было пофиг, блядь, всем было, ну, выбирать никто не хотел. Хотя, блядь, изначально, извините меня. Я там и моя подружка скидывали варианты. Все говорили, либо не хочу это, либо это, давайте сауну, спа. Хочу это, хочу то. Хочу все и ничего. Одного это не устраивает, того то. Я уже думаю, сука, блять, кого-то ждать реально, да пошли вы все к чертовой матери. Я реально так психовала, так плакала, вообще такое настроение было. Трэш. И короче, в итоге за пару дней до Нового года я такая, ну че, ресторан, да, в итоге все рестораны забронированы. У меня чуть ли не была истерика, мои дорогие, потому что я дома в Новый год сидеть не хочу. Я хочу выйти, нормально поесть. В итоге мы забронировали наш любимый ресторанчик на Ваке. Ваке это самый центральный, типа, райончик считается, самый дорогой, там, где сидят депутаты, блядь, дипломаты, вот, там даже нет метро, потому что все, типа, передвигаются богачи на машинах, вот. Так что наш вариант только пешком ходить, либо на попутке, вот. Там наш любимый ресторанчик, вкусная кухня, все остальное, вот. Потому что дома как-то, ну, знаете, собираться, блин, хер знает у кого еще. Один не хочет, чтобы дома срач был после Нового года, а мы этого обещать не можем, я блевать буду. Вот, другой не хочет это, не хочет того. Извините меня, конечно, вы слишком много хотите. Ой, подарки вообще есть для всех, кроме моего парня, потому что, блин, ему я запарилась подарок, типа, искать только в интернете, все. Блять, пиздец, я так накачаюсь. Вот, сегодня в 9:30 мы примерно пойдем в ресторанчик, там посидим, потом потусим, не знаю, что-нибудь чики-брики поделаем, сниму вам влог нормально. Вот пока что я дома, да. У меня даже плойка тут есть, которой я не пользуюсь. Я, может быть, себе сделаю какую-нибудь укладочку нереальную. Ну, знаете, с такой, блядь, прической такую укладку делать, у меня тут все разъебано. Блин, ну я тупо из клуба умелых ручек, посмотрите, я из всего могу сделать начинку. Господи, да если бы не было бумаги, я бы из своих футболок начинку сделала. Лишь бы угодить девочкам, тварям. Вместе с моими вещами мне привезли всякие мои классные штуки. Вот, электротоки. Вот, Дарсенваль, например. Мне его дарил мужик, который работает у которого фабрика. Самых популярных вот этих Дарсенвалей. Типа, есть их много, но есть самые прикольные ходовые. Ай, блин. И вот, это, короче, улучшает вот рост волос, якобы, все остальное. Ну, токи это вообще, да, тема на самом деле. Можно ее ебучку взбодрить. Блин, о, 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 хорошо. Ой, ой-ой-ой. О, электротоки, токи, хорошо, девчонки. Он на максимум включен, чтобы вы знали. А шо волосы выпадать начали? У меня волосы, блядь, Блять, ребята, блять, вы видите это, нет? В смысле? Он должен волосы не выпадать, они должны расти. Слушайте, оказывается, такая талантливая. Я еще и подрабатываю. У меня даже есть стоматологическая штука для того, чтобы засвечивать пломбы. Я просто, ну, сами понимаете, ситуация такая, он разряжен, но, извините меня, если кто-то хочет пломбу, приходите, я вам поставлю. Временную, времянку, пальцем. А это для понта, якобы у меня есть. Женщина ходит под окнами, закладку что ли ищет, блин? Я, конечно, понимаю, что, блядь, потусить охота 31-го, но не в таком возрасте. Откинуть кони можно вообще. Ну что, я совсем голенькая уже. Примерно 7 вечера, и я собираюсь, я помылась, нанесла блестяшку на тело, вам хуй видно, но если видно, прикольно, конечно. Сейчас буду одеваться, уже упаковала подарки друзьям, вот, давайте я вам заранее все покажу, естественно. Тан-та-дан-тан, тру-ру-рум. Настроение хорошее, хорошее. Сегодня не стала обнимать таблетки от головы, от психичного порушения, чтобы нормально набухаться одним бокалом. Ой, трэш. Давайте покажу, что подарю. Подарка моему парню не будет, потому что, ну, он не заслужил бы. Значит, смотрите, моей недавно появившейся подруге я собрала сет. Первое, это открытка. Для меня Новый год не праздник, не такой, как день рождения, поэтому подарки с приколом. Греча от Даши. Господи, отъебись уже от меня. Угу, вот так вот.
Дальше. Вот эти вот штучки я вырезала сама. Вы это видели. Значит, у нее, она просила меня нормальный шампунь купить. Тут в Грузии вообще выбора нету. Я не знаю. Я выбрала самое лучшее. Вот такой вот шампунчик. Господи, хоть бы она когда-нибудь свою голову грязную помыла уже. И бальзам, и кондиционер. Вот. Ну, упаковочка хорошая, выглядит, ну, по крайней мере, дорого, да, как бы. Еще у меня там, пару кисточек, она только начала краситься, ну, пусть, знаете, как бы это, мир не загрязняет грязными кистями, две хватит. Карандашик Мистаис нюдовый и тенюшки. Это вообще конфискат, потому что у меня они остались, ну, я решила ей их подарить, ну, типа, такое тут не найти. Ну, короче, красное. Она любит розово-красное. Пусть пользуется. Это подарок одной моей подружки. У нее есть мама, Елена Викторовна. Сейчас я вас с ней познакомлю. Короче, я ее во влоге никогда не показывала. Значит, она просто недавно обмолвилась. Тут есть революшн, блядь, хотя бы что-то. Она обмолвилась, что ей нравятся тени. И Греча сказала, что она любит, что мама блестела. Мама любит блистать. Упаковка, конечно, поебана, ну, как и сама Елена Викторовна. Значит, смотрите, тут вот такие вот тени. Разные такие шиммерные. Вроде неплохие. Далее. Карандашик красный, у каждой женщины должна быть красная помада. Помадка Revolution тоже, смотрите, такая вот красненькая. И еще я ей купила Diamond. Diamond вот такой вот тоже Revolution, типа блестючка. Это все. Далее, своему другу Миряну я заказала гобеленовый охуенный плед для этого, для покрывала для этого, блядь, как его называют, для кровати. И я ему сделала сигарету из страз. Все вы знаете недавний случай с сигаретой, он, Мирян, очень распетушился из-за этого, ему травля нанесла непоправимый урон, вот, я обклеила сигарету стразами, блять, они блестят как-то некрасиво, видимо, я еще и пальцы в клею обмазала, пока, блять, старалась. Короче, это должно выглядеть красиво. Это должно было выглядеть красиво, должно, но не обязано. Короче, чтобы он просто всегда помнил, что всегда будут вот такие, как табак, которые выкуриваются быстро и, блять, за собой ничего не представляют, но всегда будут оставаться бриллианты. Стразы, которые, извините меня, с пеплом никуда не уйдут, а останутся навечно. И даже к сигарете не будут приклеены. Так что не надо расстраиваться. Буллинг был, травля была, но это все в прошлом. Курить ее нельзя, иначе сдохнешь от количества клея, которое впитала эта сигарета. А ты на Новый год ничего не получишь, потому что ты меня и так не радуешь. Ой, девчонки, крашу, собираемся скоро с моими в ресторане, уже через часик где-то. Прикиньте, звонит мне мой парень и говорит: я забыл твой подарок. Я еду домой, я говорю: нет, не надо, езжай же сюда, быстрее. Как, сука, ну я ему сейчас сделаю, опа-опа-опа-опа, я ему сейчас такое устрою. А я еще думала: господи, как плохо то, что мой подарок не успеет доехать, я хочу подарить его, чтобы все видели, как я люблю его. Но эта сволочь забыла при выходе подарок мой, мой. Ну ничего, я ему буду это всю жизнь припоминать. Опа, 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 опа. Кстати, в Новый год, реально, если кто-то об этом думал, я, кстати, накрасилась. Такая, немножко такой нюдовый макияж. В Новый год же реально можно кого-то застрелить, и всем подумать, что это салюты. Вообще топ. Надоела жизнь, хочешь, чтобы все думали, что это хлопушка? Сделай это на Новый год. Еха! Я застряла в корсете, я не могу его снять. Мой парень должен приехать мне помочь. Надеюсь, мы не опоздаем. Что-то у меня, блядь, грудь какая-то грязная. Хотя я помылась. Опа, 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 опа. Поехали! Опа, 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 опа! Да хватит! Опа, опа, опа! Ох, какой! Опа, опа, опа! Да куда это мои трусы свежие? Да! Ты дурак? Что? Не надо кидать, да потанцуй, Зая! Зая, давай! Да потанцуй! Отойди! Контент мне делай! Подарок забыл, контент делай! Куда? Ну куда, Зая? Ты все у меня... плотные, ёпта. Это трэш какой-то. Девки, я застряла в корсете, не могу его снять. Я не знаю, короче, что случилось, походу у меня там что-то застряло. Мне нужно расстегнуть. Так, а ты не видишь, что ли? Что? Вот. Что там? Ну, у тебя ткань застряла. Да я как увижу, у меня ресницы большие.
Очки. Да давай, давай, пробуй, пробуй, только не... Не, я боюсь порвать тебя просто. Да какой? Ты меня уже порвал, давай дальше. Приехал мой мальчик, ваш папа. Папа моей кошки. Я не чей папа, это приемный, все расстегнул. Расстегнул? Да, ты реально не видела все это время? Нет, а как я потом увижу, блядь? Сними мой лук, сними лук, зая. Девчонки, ёб твою мать, смотрите, как я выгляжу. Снизу, с ножек, начни мне. Ну пониже, пониже. Ты за... Зая, прокомментируй как-нибудь, давай, наверх. На трассу собралась, как мне еще прокомментировать? Какая трасса? Я у меня Новый год сегодня. Вот так вот выгляжу сегодня. Ну прокомментируй как-нибудь. Прокомментируй меня. Я вот так прокомментирую. Ты ей ничего не подарил, не трогай ее. Не трогай мою дочь, она не от смотри, тебя. Смотри. О, подожди. Сейчас, сейчас. Она молодец, сколько. Ну скажи, какая я шикарная сегодня. Какая ты шикарная сегодня? Ну, приятные просто слова. Шик. Приятные слова. Шик, скажи. Блеск, красота. Как выгляжу? Великолепно. Великодушно и великолепно. Вот такая вот я сегодня, девчонки. Сейчас мне мой поможет конфеты стегнуть, и мы поедем. Господи, хоть бы тебя поскорее разорвало. Ух, девчонки, блин, хорошо накрасилась. Мой тоже накрасился. Нет. Смотрите, какой. Ну, покажи личико свое натуральное. Кука уже третий раз зевнул. Какая молодец. Какой хорошенький мальчик аж. Давай еще. О, а какая у него огромная, какое у него огромное достоинство, а? Заценила этого кукиса? Да, заценила. А вот это. Девочки, он у меня какое-то быдло сегодня, прошу прощения за него. Мне мой парень говорит, что у меня платье слишком длинное. Точнее, он говорит наоборот, короткое. Ну какое, блин, это будет совсем не то, если я его сделаю длиннее. Это будет не опа-опа-опа-опа. Сейчас мы поедем в ресторан к нашим друзьям. Будем там праздновать. Такие вот у меня подмышки сегодня. Этот там прячется у меня. Опа-опа-опа-опа! Ебало. Не надо, не надо мне хамить. Слушай, не надо мне пассивную агрессию здесь, блядь, показывать. Никогда не отвечал, вот и молчи. Поехали! Ниже, ниже! Опа, 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 опа! Опа, 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 опа! Вот так только делаешь! Опа, 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 опа! Девчонки, вот в ресторанчике мы будем в милом таком праздновать наш Новый год. Мой папа делает вид, что без меня. Заходим и идем. Там некоторые наши друзья. Рот закрой же опасный. Ну что, мы с Данечкой пришли, а тут Сонечка, девочка первая моя. Первая гостья, долбоёбка. Где твоя гостья? Она вот кушает вкусную еду. Сонечка у нас самая пунктуальная, потому что она пришла первее всех. А где пришла? Сюда. Я пришла в 9:30, в 21:30. А сейчас? 21:49. Забронировано было на где-то на полдесятого. А, на полдесятого? Да. Я думал на 9. Нет, на 9:30. Вот. Ни Елены Викторовны, ни Леночки, никого нету. Трэш, трэш. Я готов за всех все здесь опустошить. Я думаю уже. Друзья мои, хватит. Хватит такую глупость говорить. Друзья. А ты мне не друг вообще. У тебя нет друзей. Угу. Это ты один за столом сидишь. Мы шизофрения с Соней, нас нету здесь. Ну и ладно, значит я больше съем. Заплатишь за всех. Девочки, вот такая вот у нас елочка, посмотрите. Все так украшено красиво. Я сейчас я покажу елочку. У тебя дома стоит. Сейчас. Очень смешно. Даня шутит, что у меня дома стоит отдроченная елка. Почему? Нахуй ты сказал, что шучу? Обрежь и скажи типа то, что вот какая у меня елка дома. Хорошо, обрежу. Давай. Блять, как бесит. Вот смотрите, короче, какую Даша поставила елку. Сейчас я сфотографировал, оцените. Ну шикарно. Потрясная елка. Сонечка хочет, чтобы ручки были в тепле, в перчаточках. Потому что что-то ты отморозила. Как тебе мое колечко? Класс. Это еще с 12-13 лет у меня. О, господи, смотрите, кто пришел. Елена Викторовна, моя девочка, моя цыпочка. Девочки. Да. Елена Викторовна. О, какая красота. Ё-моё. Шикарно выглядите. Повернитесь, повернитесь. Ох. Ё-моё, это что за девочка пришла сюда, а? Красоточка. Елена Викторовна, выглядите шикарно, присаживайтесь. Елена Викторовна, давайте.
И Леночка моя пришла. Ну просто хорошка. В моей кепке, которую обещают полгода отдать. Девчонки, тут, короче, новый официант в нашем любимом кафе. И для того, чтобы сюда прийти, нужно было скинуть бабки и предварительно сделать заказ. И мы все заказали, скинули фото, что мы хотим. Даня заказал тарелку с мясом. И тут нам приносят две тарелки с мясом. Видимо, у Дани сегодня треснет ебало. Посмотрите. Раз. Два. Это Елене Викторовне одной порция. Она у нас на сосисках сегодня. Девочка бедная, наверное, нервничает. Она там новенькая официантка. Он там стоит. А мы... А сейчас она всех блюд по два принесет. Следим, записываем, что мы съели, что мы... Дань, ешь, застынет. Я кажется, вообще неадекват. Включил наушники и все. Не слышит, да. Данечка у меня пробует сосиски и вот такую вкусную штучку. Как тебе, зайчик? Так это хлеб. Ну, как тебе сосиски? Пробует сосиски. Человек, короче, никогда сосиски не ел. Не, вкусно? Как тебе? Да, баварские? А попробуй мяско. Бля, ты посмотри, это... А, это кость. Бля, я про... Слышишь, да, кость. Я думал, типа, это все мясо. Грызи, зая. Я продвоила случайно фотографию. Как тебе? Да. Как тебе? Я, короче, подвоила фотографию. Бля, вообще бомба. Вкусно? Сочно? Угу. Это что, говядина? Бля, по-моему, это курица. Ладно, какая курица? Ну, это не курица, ёпту. Разве это на курицу? Это свинина, похоже? Это свинина. Курица, ёпту мать, ребра имеет. Я не буду. Я, пожалуй, подожду салат. Да, салатиком. Мы на салатика. Мы девочки чисто телками вышли. Без мужей. Мой сясик ест, ему очень нравится. Правда, подача блюд странная, как бы. Потому что первое принесли тяжеленькое, а хотелось бы легенькое. Как не подслушивать там стоять. Ну вот ты по чуть-чуть, а ты по чуть-чуть ешь. Елена Викторовна там уже сосиски уплетает с голоду, с гладомора. Ротик подкрой и кушай, малыш. Приятного тебе аппетита. Наверное. Мы пришли заранее, они довольны Новым годом. Девочки, у нас тут Надежда Кадышева, шампанское. Давайте чокнемся, что ли? Мои дорогие, с Новым годом! Виновитровна! Давайте, мы хорошие. Шампейн. Это безалкогольное? Да, ой, хорошая. Хорошо яичко огню Христому, да? Или как это? Хорошо ложка к обеду. Да, да, точно. Но хорошая шампанское, холодная, хорошая. Что не принесли салат? Салатик нам сейчас наделают. Убавят туда в салат. Мой сящик не пьет. Чего? Мой сящик не пьет. Он у меня на здоровом. Жизнь, кто же меня прохлил сегодня? Часик радости, эфир сладости. Нам наконец-то принесли салаты. Вон Елена Викторовна накидывается после сигарелки. Даня там, ну, поел немного. Вот. Прошло сколько? Прошло около часа, нам принесли только несколько блюд. Хотя изначально мы заранее, ну, типа, говорили, скидывали меню. Больше часа с брони, да вот. Как-то так. Никто не торопится, хотя мы тут одни. Вот здесь вот. Едет, сейчас приедет. Так, ты мне тут не тараторь. Данечка в моей подаренной рубашечке сидит, я ему дарила на день рождения. Вот такой вот у меня мальчик золотой. Зай, покажи зубки за 100 тысяч рублей. Ой, хорошая. Елена Викторовна, приятного аппетита, моя дорогая. Птичка, давай. Моя хорошая. Сонечка уплетает. За две щеки. Салатик дождалась. О, Сонечка, аж зрачки, блядь. Как 5-рублевые монеты. Ребятки, у меня вот такой вот супчик том-ям. Замариновали как надо, блядь. Аж кипит, блядь, у меня все вот в горле. Очень острый, но вкусный. С мидиями, блядь. Я мидии ненавижу, нахуй. Надеялась, что там будут креветки. Но знаете, может быть, мне мидии понравятся, не знаю. Когда я смотрю на том-ям, если честно, мне кажется, что там накидали всего, даже пёс, блядь. Даже пизду накидали. Потому что выглядит это так. Смотрите, ну прям до хера всего, уши, блядь, уши, кишки, мышки, грибочки и все остальное. Ну горло придерет как надо. Кто там из вас ест доширак острый, когда болеет, красный? Это не я, потому что я не люблю острые. Вот этот том-ям прям, знаете, такой на грани. Мой мальчик поел кости, и теперь он едет в гости.
Давай кушай борщик с капусткой, но не красный, сосисочки. Еще раз ты мне будешь хамить, я тебе эти кости засуну в одно место. Приятного аппетита. А это тебе тоже? Ну не тебе же. Как это не мне? Картошка. Отравленная. Я туда насыл. Слушай. Еще одна паста. Бля, да, что это мясо? Как это нету? Нету мяса? А, не-не, все, наебал, слышишь? Как ты вообще все задом наперед, да, принесли? Все на жопу. Все мяса нет вообще в Грузии, нигде, ни в каком ресторане. Попробовала своего любимого мужчину немножко соуса. Чуть-чуть. А ему... Мне все жалко. Ну, у меня уже вообще ничего не осталось. Ты что хамишь мне? Яна Викторовна, видите, как он себя ведет ужасно по отношению к женщине, к любимой? Ужас какой-то. Я терплю это каждый раз. Надо к нему задавать себе. Яна Викторовна, я думала, вы со мной на одной стороне, а вы его поддерживаете. Так, Яна Викторовна, что-то вы мне больше не подруга и не вторая мать. Так, а ты вообще... Ты вообще, блядь, соус возвращаешь. Ага, еще ты чего. Картошку дерется. Да, он не хочет, чтобы я его соус ела. А вообще, зажидел, не... зажидел, да любимый женщина. Какой ты сейчас другой? Так. Какой ты еврей у нас. Да, слушай, жадный. Ради соуса на все готов, даже убить. Кажется, малышу не понравился борщик с капустой, но не красный. Зато понравилась картошка. И мясо. Вот мясо он нормально заточил. Потому что там вот большая порция, а мой Сясик подъел. Да, Сяся? Масик. Че? Вкусно мяско? Мясо заебись. Оно остыло уже. Ну тогда пихай. Тогда домой мы с собой возьмем, пихай в карманы, я напихаю в сумочку Dior. Ну и что, я тебе на сковороде подогрею. Я напихаю в сумочку Dior, вот эту вот огромную ляпу, а ты сосиски себе в сосиску. И мы поедим потом дома. Ой, бежит. О, привет. Спасибо тебе тоже. А хули ты на 2 часа-то опоздал? Кстати, еды еще нету. Тут есть. Они, да, они сказали, что они принесут типа быстро. Мы заранее заказывали, исполнилось, ждала салат час. Зато там есть, много мяса. Сосиски твои любимые. Ты же любишь у нас сосиски? Поправилась, да? А, ну да. Я себя очень хорошо чувствую. Ты меня не целуй так больше, хорошо? Ты какая Лена Викторовна красотка, ёпту. В шубке хорошенькой, новенькой. Вообще, Лена Викторовна, что за девочка, блин? Сексуальная малышка. Нереальная. Красавица. Давайте обнимемся с вами, что ли? Ой. Пойдемте покурим сигаретку. Ты такая красивая, не могу. Нереальная. Я Яна Викторовна. Ой, а вы какая вообще, моя дорогая. Моя дорогая. Вторая мама, любимая моя. Моему мальчику его подарил вот такие вот кроссовки. Раскрутил. 650 лари. Нихера себе. О, нифига. Крути педали, пока пизды не дали. А у Леночки там раздуваются ножки свои. Пахучие, да, Сонь? А это вообще уже в депрессии. Девки принесли мне пироль шприц вот такой вот, размером с голову Елен. Две Елены, Елена. Очень приятный. Ну, такой горьковатый, но в меру, потому что я ела несколько раз. Ой, блядь, ела. И пила, и ела. Я пила несколько раз апероли, ну, в других странах, как бы, в Европе. Могу сказать, что мне не понравилось в Европе. Ни в одном городе, ни в одной стране, где я была. Вот. А тут достаточно приятный. Вот, блядь. Удовольствуйся тем, что есть, как говорится. Пей, ешь, блядь. Ой, вообще он там сидит, блядь, как после школы, реально. Я не могу на уроках сидеть, у меня жопа болит. За эту челку в борщ не обмакни случайно только. Скин со школы пришел, мама борщ выдавать. Сидит в телефоне, мама такая говорит, ешь. Хватит сидеть в телефоне. У меня катка. Дайте ему сметану. Девочки, смотрите, какой широкий жест. Нам персонал дал бутылочку шампейня. Это шампанское или вино? Шампанское. О, дяденька нас угостил. Типа за счет заведения? Ну да. Вот. Нет, блядь, ты плати. О, коктейл. Просто подошел такой, это вам. Это вам от. Смотрите, как хорошо. Нажаловались, не пиздела Лену, уже сразу. Это мой греческий салатик. Вот такой вот, сейчас мы его попробуем. Интересно, сыр такой же, как обычно? И на бумажку.
Это моцарелла или, блядь, брынза, хуй знает. Вкусненький. Порции, конечно, хорошие, большие. Можно наесться, ну, одним салатом на три рыла, так сказать. А пирожочек хороший. Еще дядя принес нам бутылочку шампейня, чтобы мы на нее сели, видимо. Лена заказала кофе, энергетик, и к ней подходит официант и говорит: вам все вместе, и молоко, вам все вместе помешать. Уже на поздравление президента на ящике, там уже хуярят салюты, блядь, бедные собаки уже попрятались все. А мы сейчас будем открывать бутылочку подаренного шампейня мужчиной. Щедрый. Дед Мороз наш. Я люблю щедрых мужчин. Вот таких. Вот таких. Лена не пьющая, самая счастливая. Годом! С Новым годом! Открыла одну бутылку, я еще снимать не начала. О, мне уже плеснули. Даня, давай быстрее. Блядь, с Новым годом! Елена Викторовна. Ничего, это замечательно. Слушайте, я могу сказать, что халява вкуснее. Халява! Всем, всем, всем. Салюты уже хуярят. Салютики. Ой, ой, мы сейчас выйдем на улицу, там все собаки нас покусают, злючие, потому что их настоебенило, блядь, салюты и пиротехника. Это опасно, блядь, всем руки может поотрывать. Он не пьет у меня не пьющий. Чего ты, мальчик? Какой мальчик противный? Еще и мой, трэш. Так, я первая дарю подарки. Что у меня тут есть? Кому первому? Мне хочу досмотреть. Так, это первому тебе то, что ты хотела. Это еще не все. Погоди секунду. Да, секунду. То, что мы в жизни не переживали, и травмы, и все остальное, типа, это всегда остается, это тяжело, да. Но нужно понимать, что нас негатив сжирает, уроды нас сжирают, но остается то, что остается, если ты хороший человек, ты им и будешь. И чтобы хорошее не сжиралось с тобой из-за травли, из-за всего того, что ты пережил. Понимаешь, что тебе тяжело, я за хендмейдила сделала для тебя вот такую вот штучку. Просто чтобы у тебя была сигаретка. Спасибо, да. Бриллиант это ты. А, типа вот это вот говно, которое курится, оно уйдет, а бриллианты останутся. Ты мой бриллиант. Люблю тебя очень сильно. Ее нельзя курить, там клея дохуя, так что. А я скурю ее, мне похуй. Так, следующая у нас Елена Викторовна. Открываем. По порядку. Открываем, Елена Викторовна. Все, что смогла найти. Что-нибудь под вас, то нашла. Копаемся, копаемся, талант, Елена Викторовна. Талант. Копаемся ручками своими. Ой. Копаемся, еще там есть. Ой. Вот. Смотрите, у настоящей женщины шикарной должна быть темная красная помада. А, ну, красивый цвет. И карандашик ей красный. Вот это вот блеск, а вот это, я знаю, то, что вы любите вот что-то такое нюдовое, поэтому я вам подарила вот, вот это. Пользуйтесь, моя дорогая. Любимая. Это тебе. Вау. Давай, по порядку. Ой, блядь, кисточки. Кисточка. Наконец-то начну краситься. Это кондиционер. Для волосиков? Да. Ты ж голову у нас не моешь, вот помоешь. Да, да, да. Это тени, очень красивые и красные. Ой, господи, мужчина вообще в тему. Спасибо. Елена Викторовна, возьмите пока все. Возьмите, возьмите. Ага. А, это шампунь. Ёб твою мать, блядь, чуть не упала. Греча, Даша, это самодельная открытка. Вот тут вот, посмотри, что. Всё, девочки, давайте. Давайте-ка. Опа! Вот так. Вот так. А Соня у меня без подарка, потому что дружить надо было раньше начинать. О, подарки Соне!
Ну что ж, анпакинг. О, там есть штука для, для травы. Это сковорода, чтобы траву туда крошить. Вот такой вот у нас стол с объедками праздничный. Но мы достаточно хорошо поели. Наш подарок. Да господи, Яна Викторовна. Готов. О, так, Лена Викторовна. Так, и значит, сейчас он придет, он отошел, а у него тут пенка, ой, гель для душа и мочалка, чтобы он мылся в грязную жопу. Знаете, самое смешное, то, что Даня отошел, он сейчас придет. Он самый чистоплотный, он чистоплотнее меня. И там... Скажи, Даша, я тебя нихуя не купи. Вас тоже, Леночка Викторовна, давайте. Ой, моя ты моя пионерка, Елена Викторовна. Вы моя лучшая. Сейчас Даня придет, а от него как от говна, от тебя воняет. Вот тебе в подарок, вот тебе в подарок гель и, это, господи, и мочалка. Так, значит, Лене, чтобы не было бейбиков, еще там консилер и помада. Это консилер или это помада? Сейчас узнаем. Я не разбираюсь. У Лены бьюти год, у нее год с косметикой. А, это консилер, да? Да, консилер по глаза там с тоном, со всей херней. Вот, а еще помадка нюдовая. Прочитала. С Новым годом, любимая. Кака. Сика. Какашка? Что это такое? Какашка. О, кажется, кто-то срет, кстати, Даня. Желаю тебе в новом году всего. Милик расписал пакет, очень мило. Здоровья, любви. Здоровья, любви. Чтобы я тебя не видел больше. Мужчины отдыхают. У нас ресторан, блядь, ну, только мы здесь. Кстати, тут очень красиво. Елочка. Миленько. Поскольку ты ничего не хотел, но поскольку ты постоянно у меня дома берешь одни и те же вещи мои, Гречи тебе приготовила подарочек. О, вообще. Это чтобы ты не пах больше. И не пользовался моим гелем. Чтобы не пах тебе, что ли, передарить? Мой сясик довольный, наед, и вот такой вот сидит хорошенький. А мама в свое время за его зубки 100 тысяч дала за брекеты. Улыбнись, Зай. Зайка, улыбнись. Да покажи зубки красивые. Здесь съемка видео запрещена, блядь. Камеру вырубаем, удела, блядь. Слушай, что ты истеришь мне как женщина? Ну покажи зубки красивые. Ой, какие зубки хорошие. А что такие дорогие-то? Да, это еще та, это дешево еще дешевые, тогда, блядь. Что это? Трэш какой-то. Я бы хотел выразить за то, что мы все друг друга обрели. О, да. Даже при таких странных, неприятных ситуациях, но все-таки мы все вместе. И тебя я очень плохо знаю, поэтому ничего. Так поднимем же тост. Всегда, всегда. За то, что мы познакомились и сохранили нашу дружбу. Лена Викторовна, моя девочка. Да, Рогор Хар, как дела? Рад за тебя, что ты. Рад за тебя, что ты парень Даши. А я тебя с этим не поздравляю, что ты мой парень. Самый мой близкий человек в компании. Я хочу сказать даже пару слов. Я безумно рад, что я встретил тебя. Взаимно. Я не думал, что все повернется в такую в травлю. Я не знаю, без чего говорить, это вообще отдельная история, пиздец полный. Но я безумно рад, что у меня есть такой светлый, добрый человек, как ты, который такой друг, как ты. Я своему мальчику попросила палочку, и он вот сейчас будет включать. Лена, еще натянется. О! Какой боязливый у меня. Сейчас я вам передам. Огонь. Сейчас Елене Викторовне мне дадут. С Новым годом! Так, не указывай мне, я вот мне праздник. Я держу в руках арийский огонь. У нас сегодня официантка обслуживала новенькая. Она каждый раз очень сильно вздыхала, когда отходила от нашего стола. И Мириан сказал очень смешную фразу из видоса про женщину с кандибобером, да? Светлана Яковлевна. А, Светлана Яковлевна, расскажи еще раз. Я посчитала, просто опасно подавать блюдо этим людям. Че, друзья мои, вот мы поели, нажрали.
Что донесли, хорошо, что не принесли, все равно. А вот это друзьям привезем. Издалека как торт с темнокожего мужчины. Соня там наедает, Мирик тоже поел, что принесли, то поел. Да, мамцы, да. Мы тут одни все-таки в кафе. Никто не захотел. Интересно, если бы мы не пришли, они типа бы закрыли его или что? Кажется, у Лены новый папа. Нам конину подарили. Это коньяк? О, Елена Викторовна, моя. Короче, я тоже? Елена Викторовна, ну, что ж я буду кавалера отбивать? Сейчас новая песня будет. Подождем. Сейчас, опа, начинается. О, так, мальчики, Елена Викторовна. Отдыхаю. Вот так. Нам принесли коньячка вот такого вот. Елена Викторовна тут всех своей красотой и всем остальным шубкой заинтриговала мужчин. Все собрались. Всех собрала из-за соседнего стола. Вот, ну коньяк не знаю, кто будет пить, потому что мы тут все почти не пьющие. Да нет, это пиздатый. Опа! Зая, подержи женщину свою любимую. Сейчас будет самый мощный припев. Папа. Блядь, где припев? Сейчас. Значит, стреляет глазками Елена, но ну, и мы тут после танца опа-опа-опа-па, там счет выходил, у нас был депозит, и там было еще сверху 300 с чем-то ларем, ну $100, чуть больше. И мужчина сказал, что нет проблем, он заплатит, а Елена это вообще бесплатно есть будет. Только прикол в том, что каждый, кто тут, ну, типа, появляется, видимо, соучредитель, постоянно говорит, что, типа, я хозяин, но каждый раз хозяин меняется. Ну, он меняется, да. В общем, ребят, где-то недели две назад я нашла у себя на лестничной клетке вот эту вот прекрасную кошку. Ее зовут Кука, ей около 2 лет, может меньше. Она очень толстая и милая. Я ее проглистогонила, отвела к ветеринару, мы ее вакцинировали. Но животик у нее большой, как бы, не знала что. Вот Данюша держит кукушу. Короче, мы ее пристраиваем, если кому-то нужна милая, очень нежная девочка, очень ласковая, я ее еще стерилизую за свой счет. Вот, я открывала сбор, поэтому деньги есть. И, друзья, если кто-то в Тбилиси или в Батуми готов взять себе нежную кису, которая хочет ласки, тепла, которая готова дарить эту ласку и тепло вам, пишите, потому что она очень красивая, у нее такие светлые глазки, она просто няшка.
Ну какая куки, куки. Она самая милая кошка. Вот. Пришли в студию. Она находится пока что на передержке моей подруги. Вот, но скоро передержка заканчивается, и Куки негде будет жить. Кука пойдет на улицу назад. Да, тихо-тихо. Вот, мы пришли ее кормить, потому что девчонка уехала Новый год отмечать в горы. И она приедет через 3-4 дня. Поэтому я буду ходить и кормить ее. Мне кажется, ей не очень комфортно. Она такая красивая. Я ей купила ошейник, ей нравится. У нее там рафатка. Да, рафатка у Куки. Убери руки. Она мурчит, знаешь? У нее рафатка. Да, она девочка. Она девочка. Она Куки ла-ла-ла-ла. Девочки, прошло 2 дня с Нового года. 2 января сегодня. Папа зашел в Спар и купил мне подарок там. Он мне сейчас сказал, обязательно все снимать. Обязательно все снимать, да, обязательно. Говорит, ты мне подарок-то не вручила. Ну, зато у меня есть. Так ты мне вручишь или нет? На, держи. Ой, спасибо, зайка. Это сделаю вид, что я не знаю, что там. Какая милая коробочка. Сам упаковывал? Папа мне хотел наебать и сказал, что он сам упаковывал, но я сразу поняла, что раз так аккуратно и красиво, значит, это не папа упаковывал, да? Спасибо, чучик. Папа. Как неожиданно. Это наушники, которые я хотела. Папа мне их подарил. Ну иди сюда. Спасибо. Я очень рада. Смотрите. А внутри сейчас какой-нибудь, знаешь, типа чупа-чупс со вкусом лука. Ой, 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 ой. Черненькие. Под мои волосы бывшие. Девочки, я хотела очень наушники, вот именно накладные, потому что я пользовалась проводными и думала купить себе, типа, эти накладные. Но папа впервые меня это сделал. Спасибо, папа. Поехали! Всем спасибо за просмотр. Всем пока.